В эфире программа «События», в студии Павел Баймаков. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Человек труда, человек дела. В Самаре готовится отпраздновать 95-летие со дня рождения первого секретаря Куйбышевского обкома партии Владимира Орлова. Платят и спят спокойно. Областные налоговики говорят, что жители региона стали более сознательными. Для кого-то непонятные пятна, а для кого-то река. В Самаре открылась выставка современного искусства самарских художников. В Самаре может появиться памятник Владимиру Орлову. Такое предложение высказали почетные граждане области на консультативном совете, посвященном организации праздника в честь 95-летия со дня рождения человека, который внес огромный вклад в развитие региона. Владимир Орлов возглавлял область 12 лет, и это время запомнилось как период преобразования экономического и промышленного роста. Такие этапы в истории должно знать и современное поколение, уверены участники совета. Этот участок набережной от Первомайской до бассейна носит название «Орловская набережная» в честь Владимира Павловича Орлова, первого секретаря Куйбышевского обкома партии. Конечно, он много сделал и для благоустройства набережной, но запомнился далеко не этим. Область Орлов возглавлял 12 лет, с 1967 до 1979 года. За это время регион вошел в пятерку сильнейших в стране. Много Орлов сделал для экономического развития региона. Были построены крупнейшие заводы, в том числе «АвтоВАЗ» и «Шоколадная фабрика». Нефтеперерабатывающие предприятия, два дворца спорта, дом актера, цирк. Человек труда, человек дела, так говорят об Орлове. Много внимания он уделял развитию сельского хозяйства и образования. Было построено огромное количество школ, были построены детские сады, строилась Безымянка, строился Волжский проспект. И мы все радовались, что наш город преобразуется, что город становится более красивым. Таких людей необходимо помнить. И важные страницы в истории не должны стать белым пятном для нынешнего поколения, считают почетные граждане Самарской области, бывшие руководители города и крупнейших предприятий. Эти люди должны остаться в памяти жителей Самарской области, на его, как говорится, ну, с его командой, будем так говорить, а возглаве идет Владимир Павлович был, Тольятти, Новый город, метро. И много-много ракетно-космических комплексов. Инициативу отпраздновать 95-летие со дня рождения Владимира Орлова поддержал губернатор Николай Меркушкин. Торжественный вечер пройдет в конце августа в Театре оперы и балета. В первую очередь участниками этого события должны стать люди нового поколения. В том числе тот период истории Самарской области, я убежден, мы должны зафиксировать в истории, подрастающее поколение знаний и всегда работа на свой родной край, на отчизну всегда отмечалась. Тот период активного развития региона сравнивают с нынешним. При Орлове только за одну пятилетку почти 650 тысяч жителей области получили квартиры. И сейчас темпы строительства жилья такие, каких не было несколько десятилетий. Возрождается промышленность. Самарская область вновь становится опорным регионом страны. А ориентиром для будущих достижений могут стать успехи прошлого. Также на консультативном совете предложили назвать именем Владимира Орлова одну из новых улиц города и установить памятник. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. Жители Самарской области стали активнее платить налоги. В областном управлении Федеральной налоговой службы подвели итоги первого квартала ежегодной декларационной кампании 2016 года. Она проводится в срок до 30 апреля. Декларации представили более 135 тысяч налогоплательщиков. В итоге в бюджеты города и области до 1 июля уже поступило 419 миллионов рублей. Но есть и те, кто имеет задолженность по налогам. У них провели выездные проверки. Тем временем скрыть доход становится все сложнее. Еще один момент, который появился, такой один момент контроля, появился у налоговых органов с 1 января 2016 года. Это обязанность налоговых агентов представлять в налоговые органы расчеты по форме 6 НДФЛ. Теперь у нас есть возможность в течение всего налогового периода ежеквартально устанавливать должников, которые своевременно перечислили НДФЛ. Научиться мыслить креативно можно на выставке работ самарских художников. Несколько лет они экспериментировали с цветом, формой и фактурой. В итоге в экспозицию вошли порядка 100 работ. Это картины, фотографии и инсталляции. С современным искусством одной из первых познакомилась Лариса Шалафаст.
Траектория движения, раскрепощенная чувственность и нити мыслей. Молодые самарские художники отражают в своих картинах то, чего нельзя увидеть в повседневной жизни. Главный девиз этой выставки – свобода от стереотипов. Здесь учат креативному мышлению. Например, кто-то в этой картине увидит только зеленые пятна и кусочки фольги, а для кого-то это река. Креативно мыслить Олег Комаров учился 2 года. По образованию психолог, по призванию художник. На выставку представил работу «Рисовать значит закрашивать, писать значит зачеркивать». Она состоит из 92 отдельных картин. В первую очередь это работа о сомнении, которые нас всех одолевают. Свои работы на суд зрителей представили 14 художников. Все они выпускники Самарской школы современного искусства. В экспозиции порядка 100 работ, и над каждой посетителю придется задуматься. Если приходить на такие выставки без какого-то предубеждения и без ожидания того, что мы в очередной раз увидим Шишкина, Вайзовского и еще кого-то, а просто попытаться принять, что есть еще и что-то другое, чему они в свое время не научились, тогда все будет хорошо. Познакомиться с необычными картинами и фотографиями можно до 21 августа. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События. А теперь коротко о других темах дня. Жители поселка Управленческий сегодня на сутки остались без холодной воды. Это связано с ремонтными работами. Планируется заменить часть водовода диаметром 600 мм, установить новые задвижки, произвести монтаж пожарного гидранта. Резервный вариант подачи воды в поселке Управленческий отсутствует. На время работ воду для жителей будут привозить в бойлерах. В течение дня они будут перемещаться, а месте их нахождения можно узнать по телефонам, указанным на экране. Политическая партия «Воля», зарегистрированная Светланой Пиуновой, «Лада Русь», будет ликвидирована. Такое решение вынесла судебная коллегия по административным делам Верховного суда Российской Федерации. Вопрос о ликвидации партии встал в связи с уголовным преследованием ее лидера. Сейчас Пиунова находится в международном розыске. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 36-летней женщины. По версии следствия, лидер партии «Воля» довела потерпевшую до психического расстройства. Старший оперуполномоченный Центра по противодействию экстремизму подозревается в получении взятки. В отношении него возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 4 августа этого года подозреваемый получил от женщины 100 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности ее сына. Назначена служебная проверка. Если его вина будет доказана, ему грозит увольнение по дискредитирующим обстоятельствам и наказание по закону, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В Самаре прокуратура Октябрьского района требует закрыть 10 сайтов, на которых в свободном доступе размещена информация о возможности приобретения алкоголя. Сайты имеют красочное оформление с указанием ассортимента, цен, ссылки на то, как сделать заказ. Вход на сайты свободный, предварительной регистрации не требуется. Ознакомиться с содержимым интернет-ресурсов и сделать заказ может любой желающий. В эту субботу, 13 августа, в Самаре на второй очереди набережной Волги пройдет День физкультурника. Гостей ждут соревнования по разным видам спорта. Это баскетбол, настольный теннис, шахматы, волейбол, футбол, бокс и другие. Помимо этого будет организовано показательное выступление, мастер-классы, выставки, детские конкурсы, авиашоу и интерактивные площадки. Все гости праздника смогут поучаствовать в спортивной эстафете и получить за нее призы. Открытие праздника в 10 часов. Провести время с пользой для здоровья и о проблемах жителей, поговорить в железнодорожном районе Самары по инициативе жителей прошел большой спортивный праздник. В программе футбол, настольный теннис, баскетбол и шахматы. На празднике двора побывала и наша съемочная группа. Со спортом на «ты» Юрий Зинченко с юных лет. Особая страсть – настольный теннис. Играет сам и учит других. Для местной молодежи проводят любительские турниры. Вот и дворовый праздник – отличный повод собраться всем вместе, чтобы провести время с пользой для здоровья. Это же организует всех. Это же спорт, это здоровье, это жизнь. Как же без этого? Без этого никак. Футбол, баскетбол, воркауты, даже шахматы – занятия по душе нашел себе каждый. Большие спортивные праздники во дворе на Никитинской проходят каждый год. С этой инициативой к властям обратились общественники. Просьба жителей услышана. Самое главное, что у нас установилась стойкая мода на здоровый образ жизни. И заниматься спортом надо обязательно всем. Мы видим, как родители приводят сюда детей, и вместе они сидят за шахматными столами. И это здорово. Власти еще есть над чем работать для того, чтобы в каждом дворе появилось место, где мы должны растить с вами новых чемпионов для других олимпиад. По итогам турниров победители получат подарки и дипломы. Организаторы обещают до конца лета провести в районе еще несколько праздников двора. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках.
Будущее зависит от всех и каждого. Глава региона Николай Меркушкин встретился с жителями Октябрьского района. Спасибо за канализацию. В Самаре вспоминают о достижениях Альфреда фон Вакана. Веселые и отдохнувшие. 180 детей из Самарской области вернулись из Крыма. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго. До встречи.